Я приветствую вас, друзья, это канал «Веселый инженер», меня зовут Андрей, и сегодня у нас вот такие вот два замечательных штангенциркуля. Это механический штангенциркуль, он же колумбик, я попозже расскажу, почему он называется колумбик, и это электрический штангенциркуль, как вы видите, с электронной индикацией. Я расскажу, в чем его плюсы, да, то есть в чем, так сказать, удобство пользования таким инструментом. Там же также посмотрим, действительно ли они измеряют одинаково, и пройдем небольшую, так сказать, теоретическую часть. Итак, теоретическая часть начинается с того, что у нас есть вот такой вот так называемый колумбик или штангенциркуль, да. Как видите, цена деления его 1/10 миллиметра. Вот это называется штанга, это обычный винт, это губки для внутренних поверхностей измерения, для наружных. Вот эта вот часть, которая передвигается, это называется рамка. На рамке, как вы видите, имеется нониус. И в чем смысл измерения? То есть вот, когда у вас в ноль, у вас, видите, первая рисочка, да, говорит, сколько у вас целых миллиметров. Ноль целых. Когда вы отодвигаете на какое-то расстояние, вы смотрите, сколько у вас рисочек, то есть 1 миллиметр, 2 миллиметра, 3 миллиметра, а дальше, видите, оно попадает где-то в середину. А в середину дальше смотрите, какая полосочка идеально совпадает. В данном случае совпадает 6-я полосочка, то есть это получается 3 миллиметра и 6 десятых. То есть каждое вот это деление нониуса равно 1/10 миллиметра, что является ценой деления. Вот так можно просто измерить любой размер. То есть берете, измеряете, получаете вот здесь 16,5, да, то есть поворачивайте, потому что эллипсность определенная есть, получается 16,6 где-то, да, 16,6, то есть измеряете, также можно измерить внутреннюю поверхность, да, то есть тоже снять определенный размер и получить. Все, в принципе, предельно ясно. Еще нужен этот винт. Это если вы, допустим, какую-то точную поверхность вы измерили, потом зафиксировали и сняли, отвели, вернее, от детали измеряемой и посмотрели уже непосредственно, какой параметр у вас получился, чтобы каретка не сдвинулась во время съема ни в одну, ни в другую сторону. Итак, переходим к электронному. Да, что электронный штангенциркуль, чем он лучше? Ну, естественно, это индикация. Видите, вам не надо ничего смотреть. То есть вы просто перемещаете вот здесь колесиком, очень удобным, да. Кстати, это штангенциркуль я приобрел в X-Scan Shop, да. Это единственный официальный представитель компании X-Scan в России. Он поставляет не только в Российской Федерации, но и также в Беларусь поставляет. Я, собственно говоря, сам из Беларуси и прекрасно все доехало. Хорошая техника, не только измерительная, но и режущий инструмент, оснастка и много всего интересного. Поэтому я ссылочку обязательно оставлю в описании. То есть посмотрите, если что-то вас заинтересует, то можете приобрести. Итак, смотрите, здесь получается что? Получается, что вот видите, вот мы измеряем, ну ради интереса, давайте так. Видите, 15,65, 62, 61. 63, то есть видите, ну это имеет, так сказать, головка, да, определенную эллипсность и так далее. 65, 61, в общем, вот такие вот получаются у нас параметры. Чем еще хорош электронный именно, да, штангенциркуль, в чем его преимущество? К примеру, если у вас какой-то размер, вы можете выставить по мерным плиткам или какому-то шаблону, да, ну, к примеру, вот вы выставили 15, у вас, допустим, размер 15,65, да, на плюс там 3 сотки, на минус тоже 3 сотки. Ну, к примеру, да, вот вы выставили, вы берете, обнуляете размер и дальше уже измеряете только ваши отклонения. Раз, видите, минус 7 соток, ну, к примеру, да, там сбилось, конечно, минус 4, минус 5, минус 1, 2, минус соточка. То есть очень удобно, на самом деле, когда выставляете определенный размер и потом от этого размера просто измеряете, да, измеряете. Также происходит и на поражим, да, что-то мерить можно. Очень удобно, кстати, скажу вам. Также здесь приключения есть, можно мерить в дюймах, да, можно мерить в метрической системе в миллиметрах. Ну, в дюймах это, конечно, редко вам понадобится, но все же такая функция, опция, вернее,
в таком штангенциркуле есть. Так вот, откуда же у вас, вернее, не у вас, откуда же появилось вот этому замечательному штангенциркулю название «Колумбик»? «Колумбик», потому что в советские времена еще, да, такие штангенциркули, их завозили импортные, и они были производства компании, которая, естественно, называется как «Колумбус». Оттуда и прилипло к ним такое название «Колумбик». Если интересно, то в авиапромышленности абсолютно такие же штангенциркули, да, поставляла компания «Маузер». Не знаю, почему «Маузер», и они до сих пор там называются «Маузеры». Вот такое, друзья, получилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. А всем добра. Пока-пока.